Это просто радар, а это просто прыжок. А вот это, кстати, я бы прошел. Всем привет, и вы просто не поверите, где мы сейчас. Это Forza Horizon 4. Значит, я прошел онлайновые весенние игры до записи и вот эту смелую выходку. Там просто надо было проехать радар. Дальше нам предстоит чемпионат, который я, между прочим, только что стартанул. Называется «Новые правила». Я сейчас нахожусь около самой первой гонки. И чемпионат заключается в том, что мы будем кататься на Макларенах. Я не знаю, на самом деле, на чем здесь проехаться. Мне вот привлекает, конечно, этот вариант McLaren Spider 2014 года, потому что он бесплатный. Можно купить 570-й, я на нем не катался еще. Тратить на F1 GT 5 лимонов я на самом деле желания никакого не имею. А вот на McLaren F1 обычном я бы прокатился. Я готов потратить 2 лимона сейчас, чтобы испытать эту крошку в деле. Этот легендарный автомобиль, который держал первенство по рекорду скорости довольно долгое время. Ну, короче, только ленивый не слышал про эту машину. И я не хочу брать ее в банальном оранжевом цвете. По сезону нам требуется поставить любую сложность после опытного. Я изначально поставлю непобедимых, но если почувствую, что сложно, я понижу на профи. Поехали. Да, среди современных Макларенов, конечно, наша машина выглядит белой вороной, но в принципе она белая, кстати. Ебать. Нет, это рестарт. Да, машина очень-очень мощная. То, что меня так снесло с самого начала, это неудивительно. Надо немножко поаккуратнее работать с газом, но в принципе давно не играл в Forza. Это первая мощная машина, которую я катаю за сегодня. Давайте прокачимся от первого лица, кстати. Потому что машина в этом плане довольно уникальна. Здесь вы сидите ровно посередине, как в болиде Формулы-1, собственно, тон McLaren F1, кстати. Ё-моё, да это просто лютейший зверь. Так, каким-то хером игра вылетела. Я надеюсь, такого больше не будет сегодня. Конечно, я привык к капризности Forza. Да, да, добро пожаловать. Я вот эту машину просто вижу, мне кажется, на нее придется навешивать тюнинг. Мне не кажется, я сейчас это сделаю. Как бы это тупо не звучало, но нам, возможно, даже придется свапать ее на полный привод. Не, ну вы прямо хотите, да, чтобы я это сделал? Ну давайте попробуем, окей. Она становится легче, она во всем становится лучше. Она, в принципе, повышается до нормального, адекватного S1 класса. И нам придется ввалить в нее еще 75 тысяч, чтобы она, возможно, поехала.
Я же выключил музыку. О, она начала рулиться. Удивительно. Она и поехала. Да, ей явно нужна была доработка. Теперь с этим колхозным спойлером, который совершенно сюда не к месту, мы отправляемся обратно на заезд. И, видимо, игра решила мне намекнуть, чтобы я не тратил часы своего времени на попытки. Она мне решила намекнуть, что надо просто взять и прокачать свою тачку. Хорошо, давайте проверим. Поехали. Холлирудский маршрут. Сейчас я тут сделаю всех по-голливудски. Я надеюсь на это, конечно. Воу. Это совершенно другая тачка после тюнинга. Вот теперь она едет. Конечно, здесь отдельный челлендж был бы пройти на стандартные настройки. Вы бы посмотрели это за 5 минут, а я бы мучился несколько часов, возможно, даже. Поэтому все, мы на третьем месте. Возможно, с этой настройкой в следующей гонке можно будет выставить драйвитар, в принципе, на непобедимый. Так, слушайте, она прям отлично держит дорогу. Так что, знаете, McLaren F1 в стоке, в этой игре он не это... Не пробуйте дальше, короче. Полгонки уже позади, а мы на третьем месте. В принципе, все шансы их обойти. Так, здесь коварный поворот очень, где можно вон там в стену застрять, и до свидания. Так, очень грязно проходим, но... Ладно, не судите строго. Моя первая гонка в этой игре за долгое время. Так, а там чувак отрабатывает АБС, а я вот так вот наглую захожу, теряю свой спойлер, но и немножко времени зарабатываю, так как это все-таки аркадка, здесь можно так проходить. И иногда даже нужно. Так, здесь круговое... О, чувак, ну ты... Вот благодаря этому месту, кстати, я мог бы и на стандартном Макларе не выиграть, они бы здесь все затупили, я просто объехал. Так, сейчас главное самому не ныло! Сука, сжать, ёбаный транзит. Собираем Апекс и... В принципе, слушайте, он на такой скорости вписывается в поворот. С этой настройкой эта машина очень приятная. Так, продолжаем. Переходим к следующей гонке. А следующая гонка у нас находится уже внизу карты. А значит, у нас сельская местность. Что ж, посмотрим. Я надеюсь, гонки будут немного подлиннее. Все-таки я Форзу залюблю за то, что здесь именно такие длинные трассы. Вот я люблю, в плане как были в Hot Pursuit в том же 2010, когда у тебя длинный-длинный маршрут, и вы боретесь до самого конца. Вот это интересно. Форза, она, в ней очень важно настроить гонку под себя. Чтобы не было такого, что ты вырываешься в начале, или что ты ставишь такую сложность, что ты просто из обычной аркады делаешь какую-то непроходимую игру. Надо найти какой-то баланс. Для меня баланс это, видимо, будет непобедимый в этой гонке. И, кстати, да, я сместил управление на обычное, потому что я совершенно забыл, что в этой игре симуляция... Она неадекватно работает. Она пытается как-то симулировать какие-то эффекты гоночные, но по факту машину просто в определенный момент сносит то влево, то вправо, без оглядки на реальную физику. А я все-таки хочу получить, если уж какая-то реалистичность, пусть будет. Пусть она будет адекватная, а не то, что вот себе разработчики в голову надумали. Вот симуляция в Forza Motorsport 7, она там да. Здесь нет такого, что где-то сложнее, где-то не сложнее, так что не пишите об этом. Просто симуляция, она реально... Я забыл про этот мост. Симуляция реально делает большинство автомобилей неадекватными, и если вы играете, допустим, в тот же Eliminator, ну, вышибалу, то там вам просто противопоказано туда лезть в симуляции. Ну, просто машину в определенный момент может закинуть в какую-то определенную сторону после прыжка, без оглядки на физику. То есть одно дело, когда после прыжка вы неудачно приземлились, и ее кидает даже с обычным, это одно. А когда симуляция ее просто кидает куда-то, потому что неправильная игра просчитала приземление, ну, это, типа, это просто неприятно, это просто отбивает всякое желание пытаться. Я помню этот трек, кстати. Мы сейчас поедем по очень извилистой части трассы, и там можно будет очень много отыграть. Так, и впереди у нас два по два едут, ребятки, в парах. Первую пару-то, я чувствую, мы тут легко пройдем, а вот вторые начинают отрываться, я начинаю сомневаться в том, что их уже догоним, потому что стоит непобедимая сложность. С непобедимой сложностью один или два просто участника, они реально становятся непобедимы, и их фиг догонишь. Остальных, в принципе, пройти легко. Хотя они со временем это фиксят, кстати. Раньше это было слишком жестко и заметно, сейчас... Я вот играю, и от этого осталось, знаете, только то, что я помню. Потому что, видите, вот там ребята просто вырвались и борются, в принципе, как было бы в реальной жизни. Нишурин на третьей позиции. В чемпионате нас это все равно, я так понимаю, удержит на первой. С Куза Перфект по очкам сравниваемся, и теперь нам надо любой ценой не пропустить его первого места во второй раз в последнем заезде. И последний заезд у нас будет... О, нет, я знаю этот заезд, там куча неприятных очень поворотов будет в этом маленьком городишке внизу. И вот это вот будет прямая такая. Так, главное не пропускать Куза Перфекта на первое место. Потому что иначе он может вполне себе дрюкнуть. Финальный этап нашего заезда на Макларенах начинается. Трасса очень бесячая, я ее помню. Будет много неприятных поворотов в городе и небольшой отрезок сельской местности по прямой. Это была ошибка, это была очень серьезная ошибка. Так, проходим их. Очень тупо проходим, возможно... Нет, все хорошо. Так, кто-то ошибся впереди. Это Куза! Все, отлично. Нет, Валери уходит. Скорость нужна нам, чтобы догнать. И сейчас Валери приезжает первый. Или второй. Короче, по итогу мы
Нет, начинаем заново. Нас обогнал Леха каким-то образом. Так, сносим все это дерьмо здесь. Блин, давят сзади другие Макларены. Ой, хорошо зашел. Очень хорошо, но они все тоже зашли неплохо. И впереди тут Кодла, который я не могу догнать. Так, тут какой-то затуп у них. И я в нем участвую, я так понимаю. Не засчитали? Сука, не засчитали. Рестарт делать придется. И поехали. Попытка номер 3 получается. Если вы видите ее от лица, скажем так, прикольного повторчика, скорее всего, последняя наконец-то попытка у нас. Нет, судя по началу, она будет такая себе. Так, сносим все это дерьмо. Проезжаем за ними, чтобы не терять скорости. И вот так вот. Так, хорошо. Неужели мы прошли мусорный участок без потери скорости? Это нам уже дает пятую позицию после первых трех поворотов. На первом месте выставили они сразу же в гонку Куза Перфекта. Нашего главного конкурента на втором месте идет Драйватар Лехи, и на третьем Валери VA. Что ж, поборемся. И все на Макларенах, заметьте. На таких же, как я. Проходим Валери. Отлично. Впереди поворот коварный. Тормаживаемся. Кстати, без АБС в эту игру очень больно играть. Блин, вот потерял сцепление на траве и ошибку допустил из-за этого. Так, хорошо, но у нас все равно шансы их догнать есть. В любом случае, они могут еще кучу раз ошибиться. Сейчас главное не провалить точку торможения, которую, кстати, не помню совершенно, но, по-моему, вот здесь вот как раз таки. Нет, позже. Хотя, слушайте, я вроде на позднем торможении начинаю их догонять немного, либо они тупят там, но они борются, поэтому теряют скорость, очевидно. Так, тут я вообще не знаю. Можно пробовать здесь вообще без тормозов пройти, просто отпустив газ. Мне придется тормозить. Тихо! Дорогу, на дорогу, на дорогу. Все, тихо, теперь главное держаться в слипстриме. У нас все шансы их обойти сейчас есть. Так, впереди Макларен. Макларен. Что неудивительно. Она офигительно управляется, ребят. Особенно, чем выше скорость, тем лучше она управляется. Так, пошел нахрен отсюда. Нет, 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 тихо, никто. Нахрен пошли все. Воу-воу-воу-воу, это было очень жестко под конец. Да-да-да-да-да, музычка пошла. Это значит, что чемпионат наконец-то пройден. И, кстати, смотрите, Леха обошел даже Куза Перфекта в чемпионате. Ну как обошел, у них одинаковое количество очков. То есть ребята сзади меня получили оба второе место, а Валери заняла третье. Это довольно прикольный факт. Да, мне понравилось этот фильм. Чувак сделал годную штуку вообще с Макларном. Ну что ж, мы заценили новую тачку, мы прошли чемпионат. Время заценить то, ради чего мы и потели в этом чемпионате. Так, сразу же переходим к Макларну. Воу-воу-воу-воу, полегче. Да, она в стоке идет 360. 370. 380. 390. 400 в стоке! Это монстр какой-то, он еще умудряется на этой скорости управляться. 403. 405. 407. 400. Ну, в общем-то, как вы поняли, это довольно мощный зверь.